Дорогие друзья, до Нового года остались считанные часы. Лохматая душа от всей души поздравляет вас и желает счастья, удачи, крепкого здоровья, успеха и всего самого доброго, что вы могли бы пожелать сами себе. Благодарю вас, мои хорошие, за дружбу. И верю, что предстоящий, наступающий Новый год сложится у нас гораздо лучше, еще ярче, еще продуктивнее. Я искренне благодарю вас. Уверена, друзья, что лучше посмотреть на приета из дома, чем на старую бабку, которая, ну, просто счастлива сегодня, потому что больные, прооперированные, выздоравливающие, начали ходить и кушать. Друзья, это такое счастье, когда Новый год наступает, а беды потихонечку отступают. Что, моя золотая, едем? Вот пока стоим на светофорчике. Друзья, всех с наступающим Новым годом. Пусть все плохое останется в прошлом году. В Новом году будет только все хорошее. Поздравляю. Друзья, едем домой. Я присоединяюсь к словам Лили. И искренне благодарю вас всех. Thank you.
ловили, а мы прям приезжали за Лиской. И вот тогда мы увидели Лиску и просто влюбились, и не смогли уже без нее уехать. И вот уже 1,5 года этот ребенок в нашей семье растет. Безумно умная девочка, очень послушная, вообще никаких косяков за ней нет. Бывает, конечно, иногда так шкодничает, но она же собачка, ей позволено.